Ну и как тебе пивоварня? Шикарно. Шикарно. Так это дело только. Ремонт все длится, длится, никак не закончится. Ну вроде, вроде процентов 80 уже заделали. Проблемки вылазят постоянные там. Вода течет с потолка. Надо устранять. Трафики монтируем канализационные. Здесь тоже трафики будут. Вентиляцию еще надо будет рукав опускать сантиметров на 60, наверное, вниз, чтобы углекислота, углекислый газ, он же тяжелее воздуха, вентиляция высасывала. Ну, как-то так. Да, и по документам, кстати, радостное событие. Получил, наконец, я высновок на технические условия производства пива. Вот технологическая инструкция на производство пива. Характеристика продукции, характеристики, как его производить, по какой технологии. Все. Министерство здравоохранения утвердило мою технологическую инструкцию, что она соответствует всем нормам. Экспертный высновок, что по этой инструкции можно производить пиво. Так что все, разрешение есть, будем делать пиво. Огромное спасибо Дмитрию Некрасову, Татьяне Павленко с Первой Днепровской пивоварни. Отличные ребята, помогли просто по документам, по всяким разрешительным системам. Спасибо огромное. Вообще огромное спасибо многим людям, помогают совершенно бескорыстно, по-доброму. Оказывается, еще остались такие люди. Вот. И по юридическим вопросам, и по организационным, по всяким проверочным делам. То есть очень много людей протягивает руку помощи. Огромное им спасибо. Артему спасибо, привет большой. Сергею тоже привет большой. Вот. Так что всем огромное спасибо. Вместе мы сила, вместе мы прорвемся. Получили еще техпаспорт на наше помещение. Так что все узаконено, инструкции есть, документы в порядке. Делаем ремонт, получаем оборудование. И по полной программе, без остановки. Да, и 24 часа в сутки. Все, да. Лопаты и пошел. Я засыпаю, ты выгребаешь, да. Трубопровод такой на улицу с пивом. На чугунку на хате. Пока что. Ну, вот такая вот история. Так что, все еще в процессе. А еще монтаж оборудования, потом аттестация производства,
вызывание комиссии, она должна все принимать, а еще надо будет делать пожарную сигнализацию, замер сопротивления изоляции сделать, развесить везде огнетушители, положительный высновок с МЧС, потом аттестационная комиссия, потом подаем на лицензию, ну и может быть разрешат варить пиво. Наше любимое строение. Да. Все очень просто. Копейки. Копейки. Буквально полгода времени. Ладно, все. Следите за нами. Будем дальше. Бороться. Бороться, развиваться.